Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев отметил, что 9 мая настроение у него не праздничное, так как он считает эту дату поводом для грусти. Также не нравится Шепелеву и демонстрация военной силы в честь 9 мая. Фанаты раскритиковали ведущего за такие слова. Поклонники напомнили, что кроме Дня Победы есть еще 22 июня, День памяти и скорби, а отмечать 9 мая как раз необходимо именно парадом. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями и подписаться на наш канал.